фестиваля «Мир Сибири» не будет этим летом. Организаторы объявили, что вынуждены приостановить подготовку и перенести его на следующий год. Причина предсказуема – обстановка с коронавирусом. Объявление появилось сегодня на сайте фестиваля в Шушинском. Организаторы готовились до последнего, составляли программу, надеялись, что удастся провести мероприятие хотя бы с соблюдением санитарных требований. Но прогнозы по новым волнам коронавируса не оставили шансов. Все заявки на участие от мастеров и предпринимателей автоматически переносятся на 2022. Конкурс среди музыкантов и этномастеров в этом году, возможно, пройдет в онлайн-формате.